Им недоступен мир звуков, но они слышат сердцем. Центральный дворец культуры распахнул свои двери для представителей общественных организаций людей с ограниченными возможностями по слуху. В Щелково приехали делегации из 30 муниципалитетов региона. При поддержке правительства Московской области Министерство социального развития Подмосковья провело мероприятие, посвященное Международному дню глухих. Мы очень рады, что сегодня мероприятие проходит на гостеприимной щелковской земле. Еще раз подчеркну, мы очень рады вас видеть. Больше 30 муниципалитетов представлены в этом зале. Спасибо, что приехали. Сегодня подготовлена прекрасная концертная программа. Очень надеюсь, что вы все получите удовольствие. Сегодня в Подмосковье проживает более 15 тысяч человек с ограниченными возможностями по слуху. Международный день глухих проводится ежегодно. В конце сентября был учрежден еще в середине прошлого века. Это праздник сильных духом людей, способных чувствовать мир немного иначе. И так важно, чтобы их слышали, оказывали поддержку. Всероссийское общество глухих – организация, в которую входят десятки тысяч людей, имеющих ограниченные возможности по слуху. Главная цель организации – социальная защита своих подопечных. Мы тесно работаем с МАРО ВОК Московской области, с общественными организациями инвалидов Московской области, которые объединяют более 5000 инвалидов по слуху, часть из которых вот из 30 муниципальных образований Московской области сегодня приехала к нам в гости в Щелково. Мастер-классы, выставки работ общества глухих и концертная программа, щелковские коллективы. Приглашенные артисты подарили зрителю свое творчество, цирковые, хореографические номера, театральные постановки и даже песни. И по-настоящему ярким получился финал мероприятия. Сотни воздушных разноцветных шаров стали сюрпризом для гостей, подарив яркие позитивные эмоции. Анна Балиет, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.